Здравствуйте! С вами «Подкованные истории» с Витой Козловой. В русском языке есть слова, которые мы используем, даже не подозревая о том, что к нам они пришли из конного мира. Ну, например, слово «завод» когда-то означало «конное заведение», «хозяйство, где выращивали лошадей». И лишь со временем оно приобрело привычное для нас значение. Или слово «ремонт». Изначально оно произошло от французского «ремонт», то есть пересаживаться на новых лошадей, обновлять конский состав. Раньше ремонтировались только кавалерийские части, а сегодня мы ремонтируем все, что угодно. А каково происхождение всем нам хорошо известной, имеющей символический смысл фамилии Обломов? Обломы – это так называемые неуки, молодые необъезженные лошади. Требовался немалый труд, чтобы их обломать, приучить правильно ходить в оглоблях и работать. Вот и слова «кадриль» и «котельон». Вы вряд ли свяжете с лошадью, а между тем так называются одни из красивейших конных традиций Старого Света. Слова «котельон» и «кадриль» родом из Франции. В сочетании со словом «конный» в странах Европы они означают езду группы всадников, выполняющих под музыку синхронные и зеркальные перестроения. А еще праздничные представления, которые в XVI веке пришли на смену рыцарским турнирам, именовались каруселями. Итак, котельон, кадриль, карусель – все это название конного танца, легкого и изящного, но требующего колоссальной подготовки, упорства и терпения от всадников и лошадей. Во времена Петра I конные выступления, чаще называвшиеся по-французски котельонами, стали в России обязательной частью парадного смотра войск, а позже – квинтэссенцией любого праздника. Их с нетерпением ждали, все мечтали насладиться этим зрелищем. Четкие, выверенные перестроения всадников в красивой униформе под музыку выглядели завораживающе. Восторг вызывало удивительное мастерство, которое оттачивалось годами и требовало от всадников берейтеров исключительного профессионализма. Берейтер – это человек, обучающий лошадь, занимающийся ее образованием. Чем он искусней, тем удобнее и легче ездить на этой лошади любому, кто умеет правильно применять средства управления. В России на протяжении без малого 3 столетий профессиональная школа подготовки берейтеров была возведена в ранг культа. Альма-матер этого искусства в империи являлась гвардейская берейтерская школа, располагавшаяся в Санкт-Петербурге в 3 зданиях Михайловского дворца. Главный корпус размещался в правой, восточной кардигардии. Рядом через Инженерную улицу находилась конюшня школы, а напротив – Михайловский манеж. Одно время школа имела еще и летний лагерь в Красном селе, во дворце Александра I. Сейчас это улица Горбунова, дом 3. Кодекс чести и уважения к лошади, доведенный до безусловного рефлекса – так формулировали свое кредо знаменитые русские берейтеры. Мы еще вернемся в ту берейтерскую школу, чтобы познакомить с ее великими преподавателями – Левашовым и Бабинским, и рассказать о них отдельную подкованную историю. А пока проследуем в конец XIX века. Ведь именно тогда было принято решение о расширении учебной деятельности берейтерской школы. Армии нужны были офицеры, способные командовать эскадронами. Так гвардейская берейтерская школа уступила место офицерской кавалерийской школе, которую разместили в Аракчеевских казармах на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге. Сегодня мы знаем это здание как Кикины палаты, названные так по имени своего первого владельца. В начале 20 века школа на Шпалерной была настоящей кузницей героев и легенд. Свою первую подкованную историю мы посвящали ее великим наставникам, людям-мостам, Михаилу Баторскому и Александру Долматову.
А сегодня мы хотим рассказать о судьбе самого учебного заведения и о том, какую роль оно играло в череде наших будущих взлетов и падений. Итак, в путь. Долгие годы офицерской кавалерийской школой заведовал будущий военный министр империи генерал Владимир Александрович Сухомлинов. Именно он возобновил принятые еще в Берейтерской школе учебные пробеги по пересеченной местности. Среди выпускников и учителей школы оказались без преувеличения вершители судеб нашего государства. Одним из отличников был Семен Буденный. Курсы обучения в школе успешно прошли и его главные противники в гражданской войне – Петр Врангель и Петр Краснов. Офицерской школе более четверти века посвятил и генерал Алексей Брусилов, прославленный полководец времен Первой мировой. Именно он ввел в учебную программу школы парфосные охоты, которые не только прижились, но и перекочевали в советскую эпоху, сохранившись до 40-х годов 20 века. Сегодня парфос по пересеченной местности известен как милитари или троеборный кросс, ставший частью одной из олимпийских дисциплин конного спорта. Вместе с русскими специалистами в офицерской школе в разные годы работало полсотни иностранцев. Кстати, задолго до ее основания, еще в русско-турецкую компанию, небезызвестный нам барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен занимался ничем иным, как подготовкой лошадей для русской кавалерии, ну и сочинением небылиц для детей и наивных взрослых. Но продолжим рассказ о школе. Последним из ее магикан был знаменитый Джеймс Филлис, англичанин по рождению, но истинный француз по воспитанию и убеждениям. По приглашению великого князя Николая Романова он много лет проработал в России. Занимал должность главного преподавателя офицерской кавалерийской школы. Джеймса Филлиса яростно критиковали современники за увлечение тренировками в манеже, направленными на овладение элементами высшей школы. Но именно оно, это увлечение, и сыграло эпохальную роль. Немало принципов, предложенных Джеймсом Филлисом, остаются и в наши дни в современных правилах Международной федерации конного спорта основополагающими. Интересно, что заместителем Джеймса Филлиса в офицерской школе был также ее выпускник князь Багратион. И не менее занимательно, что под началом Багратиона служил принц Наполеон Ахилович Мюрат, потомок маршала, сражавшегося в Отечественную 12-го года с предком князя, генералом этой же войны. Выпускники школы были хорошо известны в Европе, как великолепные спортсмены и блестяще образованные офицеры. Ну вот началась Первая мировая война, и школу переформировали в кавалерийский полк, а ее ученики были отправлены на фронт. Этим полком командовал сначала Александр Родзянко, а затем мэтр русской выездки Александр Долматов. Именно тогда школа покинула аракчеевские казармы на Шпалерной. А закончила она свои дни в конце 17-го года, после большевистского переворота, который привел к сепаратному миру и роспуску армии. Так власть рабочих и крестьян нанесла по школе, как системе образования, первый болезненный удар. А что же было дальше? В 1919 году в связи с потребностями гражданской войны было принято решение о восстановлении офицерской кавалерийской школы в прежних корпусах на Шпалерной. Сначала учебное заведение назвали по-старому – высшей офицерской школой. А первым начальником стал тот самый бывший князь Дмитрий Петрович Багратион, чей рабочий стаж в ее стенах начался еще в 1897 году. Таким образом, традиции русской школы верховой езды продолжали храниться и передаваться новому поколению. В 1921 году, после смерти Багратиона, школу возглавил Михаил Баторский. При нем она была переведена в Новочеркасск, где рельеф местности и погодные условия лучше соответствовали учебным целям. В этот же период школу переименовывают в краснознаменные кавалерийские курсы усовершенствования командного состава. Так появилась знаменитая аббревиатура КУКС –
и обеспечивают великолепным поголовьем лошадей, впоследствии оформившимся в терскую породу лошадей. Выпускниками Кукса были маршалы Рокоссовский, Еременко, Баграмян, Жуков. Шел под красным знаменем командир полка. После Великой Отечественной войны Куксу вновь вернули старое название. Но чтобы дистанцироваться от царского наследия, добавили революционную стилистику. В итоге она получила имя Краснознаменная высшая офицерская кавалерийская школа КБОКШ. Местом ее базирования в 1943 году стали хомовнические казармы Москвы, изначально построенные для Сумского гусарского полка. В обязанности берейтеров школы, помимо прямых служебных, вменялись и демонстрационные функции. Выступления фигурных смен тех самых котельонов снова стали очень популярны. Здесь школа располагалась вплоть до своего закрытия в 1953 году и стала колыбелью будущих спортивных триумфов. Однако путь к ним оказался совсем непрост. В 1952 году Советский Союз впервые принял участие в Олимпийских играх. Команда конников была представлена лучшими из лучших. Офицеры-кавалеристы Никитин, Сидько, Тихонов и Распопов виртуозно владели искусством управления лошадью. Секцию конного спорта при ДОСААФ возглавлял тогда Василий Сталин. Именно он подал заявку на вступление Советского Союза в Международную федерацию конного спорта и организовал поездку команды конников в Хельсинки. Но то ли был Василий Иосифович не силен в административной работе, то ли не сумел как следует организовать подготовку. Но случилось так, что наша сборная оказалась в неведении относительно действующих правил. Первые советские олимпийцы-конники виртуозно демонстрировали такие сложнейшие элементы, как испанский шаг, галоп на трех ногах и даже галоп на трех ногах назад. В кавалерии еще со времен Михаила Баторского каждый всадник готовил свою произвольную программу из элементов высшей школы, а зрители не знали, какой следующий элемент будет показан. Однако спортивная доктрина к этому времени принципиально изменилась. Элементы классической высшей школы верховой езды, которыми советские мастера выездки владели в совершенстве, теперь оказались не ко двору. О том, как именно это произошло, рассказывает подкованную историю заслуженный тренер СССР, чемпион Европы по конному троеборью Александр Евдокимов. После Первой мировой войны на Германию была возложена вся ответственность за ее развязывание. Страну обязали сократить свою армию до 100 тысяч человек, в том числе допускалось не более 4 тысяч офицеров. Кризис и астрономических масштабов инфляция, ограничение численности армии при огромном поголовье лошадей заставляли Германию искать новые возможности для их использования. Для работы с породами на уровне генетики нужны десятилетия и большие государственные инвестиции, но ни того, ни другого у Германии не было. И тогда немцы стали лоббировать изменения спортивной доктрины. Началась ее адаптация с учетом сильных сторон их лошадей. Коронными аллюрами немецких пород являлись рысь и шаг, ведь лошади, возившие артиллерийские повозки, двигались преимущественно рысью. Здесь нужно заметить, что во все времена ценнейшим достоинством верховой лошади считалось качество ее галопа, способность поддерживать его продолжительное время в равновесии, смещенном на бедра. Это так называемый школьный галоп описан в работах более 1000 авторов. И вот, чтобы склонить чашу весов в сторону своих лошадей, немцы запустили мощную пропагандистскую машину. Древние благородные породы были сначала названы барочными, а когда общественное мнение сформировалось нужным образом, и вовсе объявлены фольклорными. К ним были причислены иберийские лошади – липецаны, андалузы и луизитана. В эту же категорию угодили арабы и ахалтекинцы. Идея отказаться от внесения в новую программу выездки классических элементов высшей школы исходила от президента Международной федерации конного спорта,
прусского генерал-майора Макса фон Хольцинга-Барсета. В качестве основания было заявлено, что исполнение сложных элементов доступно лишь всадникам, количество которых в мире исчисляется пальцами одной руки, а спорту нужна массовость. Критерий оценки лошадей постепенно сместился на качество рыси и шага. И немецкие лошади наводнили манежи всего мира. К 1935 году немцы завершили адаптацию войсковой спортивной доктрины под свое конозаводство. И миру была явлена новая выездка без школьных прыжков и прочих сложных элементов. А в 1936-м немцы выиграли Олимпийские игры в Берлине во всех трех дисциплинах конного спорта. Это был не конфликт убеждений, а именно реализация бизнес-плана. Зачистка влияния старой классической школы была выполнена со всей немецкой педантичностью. До сих пор в правилах современной выездки об испанских аллюрах написано как о запрещенных по причине их неестественности. Хотя этот аргумент не выдерживает никакой критики. Ведь всем известно, что лошадь на свободе не делает смену ног в один или в два темпа и пируэты. Но тем не менее в современной программе они остались. Так классические принципы и достижения были прогнуты под потребности рынка. Их попросту изменили. Но вернемся в Олимпийские Хельсинки 1952-го. Напомню, что обо всех описанных выше процессах в молодой советской стране не знали ровным счетом ничего. Поэтому за день до старта наши всадники, не подозревавшие о кардинальных изменениях в мировой выездке, тренировали свои коронные элементы. Вокруг поля собралась толпа зевак. Люди висели на заборе, пытались подняться как можно выше, чтобы получше рассмотреть происходящее на манеже. Советские офицеры думали, что произвели фурор, но к ним подошли представители оргкомитета и вручили правила, в которых было четко сказано, что виртуозно исполняемые ими элементы запрещены. Это была катастрофа. Даже гром среди ясного неба произвел бы меньший эффект. Но изменить ничего уже было невозможно. Требовалось полностью перестраивать работу с лошадьми, но на это нужно время. В итоге наша команда, представленная лучшими конниками страны, заняла предпоследнее место. Скандал разразился грандиозный. Государству, победившему во Второй мировой войне, негоже было проигрывать капиталистам в одном из самых престижных видов спорта. Известно, что в сентябре 1952 года, сразу после Олимпиады в Хельсинки, в Кремль вызвали Григория Терентьевича Анастасьева. На тот момент за его плечами был почти 30-летний стаж службы в кавалерии, а еще титул многократного чемпиона страны и статус рекордсмена высот на широтных прыжках. Но я предлагаю сейчас немного задержаться в Кремле, чтобы понять, почему конному спорту было уделено особое внимание. В то время отделом пропаганды и агитации руководил Суслов. Партия особую заботу и внимание уделяет делу дальнейшего подъема культурного уровня и коммунистической сознательности трудящихся. При нем советская идеология превратилась в форму религии, а сам главный партийный идеолог – в главу священной коммунистической инквизиции. Для продвижения идей коммунизма использовались все возможные инструменты, и спорт был одним из самых эффективных. Конному спорту была отведена особая роль. Продемонстрировать всему миру преимущества нашей политической системы в спорте королей, где лидерами традиционно были капиталистические страны, было идеологически важно. Суслов поставил задачу Анастасьеву. Стране нужны медали в конном спорте. Любой ценой сказано не было, но висело в воздухе. Григорий Терентьевич четко по-военному сформулировал. Медали выездки гарантирую, нужно 8 лет, люди и лошади в наличии имеются, а вот политикой заняться бы стоило. Григорий Терентьевич имел в виду то самое пресловутое лобби. Он уже понимал, что Советский Союз отстал настолько, что путем, так сказать, естественной эволюции это отставание преодолеть не удастся. Сначала Анастасьева назначили главным тренером сборной Советского Союза по конному спорту. Но по мере приближения часа Х
Его попросили сосредоточиться исключительно на выездке. И сквозь все преграды началось восхождение на Олимп. Вскоре в один из важнейших комитетов Международной федерации конного спорта была направлена Нина Громова. Звезда послевоенного конного спорта, супруга летчика-героя Михаила Громова, актриса, переводчик и просто красавица. Мы дружили с Ниной Георгиевной, и эту часть истории я знаю с ее слов. Громова очень многое сделала для страны в области конно-спортивной дипломатии. Неизвестно, случились бы без нее все наши триумфы выездки. Ее интеллект, образованность, понимание основ и тонкостей выездки способствовали тому, что в Международной Федерации стали с уважением относиться к советскому конному спорту. Тогда в Советском Союзе даже представить себе не могли, что поток олимпийских медалей всех достоинств скоро полностью иссякнет. Никто не думал, что страна заплатит такую огромную цену за страшную стратегическую ошибку. Этой ошибкой было упразднение легендарной квокш, наследницы лучших берейтерских традиций. Следствием этого вандализма станет, по сути, наше вертикальное падение с Олимпа, а распад СССР и последовавшая вслед за этим распродажа золотого генофонда советского коннозаводства довершит содеянное. Но как же мы умудрились превратиться в проигравших победителей? А ведь начиналось-то все относительно безобидно. Сначала, как род войск, упразднили кавалерию. У Хрущева на это было два основания. Первое – чисто утилитарное. В стране остро стоял продовольственный вопрос. И чистопородных коней пустили на колбасу. Закатали в банки с тушенкой. Не стало кавалерии, а продовольственную проблему, тем не менее, так и не решили. Второе основание лежало глубже. Это был курс Хрущева на ослабление вооруженных сил в целом. А поскольку кавалерия исторически являлась элитой армии, начали именно с нее. Был провозглашен совершенно безумный лозунг о том, что стране, имеющей баллистические ракеты, кавалерия не нужна. Почему за легендарную конницу не заступился маршал Буденный? Многие историки полагают, что Семен Михайлович просто побоялся, но ведь ему было что терять. Буденный был одним из немногих, кто получил от жизни гораздо больше, чем мечтал. Хотел маленький конный заводик, а получил все заводы страны и личную породу лошадей. Мечтал стать унтер-офицером, а стал маршалом. Его звездный час пришелся на вторую половину 19-го, начала 20-го года, а следующие 50 с лишним лет он, по сути, жил на дивиденды. Итак, сначала Буденный позволил упразднить кавалерию, а затем Жуков, по свидетельству профессора ветеринарии Игоря Бабылева, распорядился расформировать офицерскую кавалерийскую школу. Позже он пожалеет об этом решении и даже напишет несколько теплых строк в мемуарах о своей «Альма-Матер», но это покаяние будет запоздалым. А куда же подевались кавалеристы? Так они стали спортсменами. К счастью, и Буденный, и Ворошилов в те годы активно развивали армейский спорт. Именно они посодействовали тому, чтобы комплекс хомовнических конюшен, прилегавших к Фрунзенскому плацу, был передан ЦСКА. Так берейтеры и тренеры перешли на службу в конно-спортивный эскадрон. В 1979 году на улице Дыбенко был построен красивый современный конно-спортивный комплекс. Здесь были написаны последние страницы армейского конного спорта. Близились новые испытания. В 1991 распался Советский Союз. Не то что лошадей, людей стало нечем кормить. Однако дивизион ЦСКА не только держался на плаву, но и успел громко заявить о себе на весь мир. Его тренеры, воспитанники старой школы, используя дореволюционные схемы и рисунки, подготовили полуторачасовую программу, которая завершалась роскошным котельоном из 12 всадников. С этой программой офицеры и отправились на гастроли в Европу, в Бельгию. Именно тогда, в конце программы, в
Впервые за пределами нашей страны прозвучала мелодия Глинки, ставшая гимном нового государства. Первой под звуки знаменитой патриотической песни поднялась королева Бельгии, а за ней и все переполненные трибуны. В новостях тогда говорили: в столицу НАТО русские приехали не на танках, а на лошадях, да еще на каких, и заставили весь Брюссель аплодировать стоя. Сегодня думайте, почему в новой России не нашлось места старым традициям? Ведь Франция, Испания, Австрия, Португалия сохранили свои национальные школы и учебные заведения при них, что абсолютно не помешало им параллельно развивать олимпийский конный спорт. Сегодня манежи Вены, Самюра, Хереса, в которых происходят выступления мастеров, мека для туристов всего мира. Что еще важнее, сохранение традиций способствует развитию национальных пород лошадей, тех самых барочных, липицанов, андалузов, луизитана, тогда как наши отечественные породы, буденовцы, русские верховые, терцы, считаются исчезающими. Знаменитые готические императорские конюшни Петергофа еще недавно были санаторием, манеж-столовой. Сейчас они и вовсе закрыты. А ведь это мог бы быть русский Самюр, и от туристов не было бы отбоя. Рассыпаются фасады старых конных заводов, памятники истории и архитектуры. Михайловский манеж стал выставочным комплексом. А на его фасаде решением управления культуры исполкома Ленгорсовета установлена мемориальная доска. Здесь, в бывшем манеже, 15 апреля 1917 года на митинге выступал Владимир Ильич Ленин. И ни слова про кавалерийскую школу и ее легенды. Сегодня в стране, претендующей на уважение и наличие традиций в конном спорте, не осталось специалистов, способных обучить берейтеров, коноводов, кузнецов. О необходимости возрождения в России высших берейтерских курсов не уставали повторять все наши великие спортсмены и тренеры. Завещала нам выполнить эту миссию и великая Нина Георгиевна Громова с верой в то, что еще не все потеряно. Она не дожила совсем немного до своего столетия. Кстати, свое последнее интервью она давала в окружении журналистов, сидя в седле, в честь своего 95-летия. Посмотрите, какие счастливые у нее глаза на этом фото. Оставайтесь в седле. С вами была Вита Козлова. Вас ждут новые подкованные истории.